Ланочка, сейчас по нашему фандому ходят слухи, что ты комплексуешь за свою фигуру и вес. И еще ты подписана в ВК на группу похудений. Ёша говорил, что у тебя очень мало свободного времени. Сейчас весь фандом думает, что ты ходишь в спортзал или ты пытаешься правильным питанием, чтобы сбросить вес. Ланочка... пытаешь себя, наверное, Ёш, я не очень понимаю. В общем, Ёш, меня принимают такой, какая я есть. Не нужно мне изменяться и стесняться себя. А ты как думаешь? Ну, разумеется, разумеется, все правильно. Все, да? А как иначе можно то быть? То есть все в порядке? Ну, вообще, да. И подожди, а ты подписан на группу какую-то или что? Кстати, это вот тоже интересный момент. Кстати, ребят, это я сейчас зачитала один из комментариев, которые были под постом. Наверное, многие заметили, что я вчера не выпустила видео. На самом деле, я, ну, так получилось, я не успела и думаю, ну ладно, один раз не выложу, ничего страшного. И это просто вызвало какую-то бурю эмоций, особенно вот этот комментарий. И, ребят, я даже нашла, в чем дело. А на свою страницу ВКонтакте я не заходила очень-очень давно. А если заходила, то заходила случайно, потому что, ну, я и не пользуюсь, в общем, мы в Дискорде все время сидим, я думаю, вы знаете. И, в общем, оказывается, Ёж, у тебя в друзьях есть Лана Кошка, это я, а есть еще Кошка Лана, ага. И это не я. У нас одинаковые фотографии, ты. И вот она подписана на группу о похудении. О боже. Вот. Откуда у тебя в друзьях вторая Кошка Лана, которая хочет похудеть? Потому что это Кошка Лана. Ничего себе. А ты, я смотрю, хочешь, наоборот, стать побольше. Смотри, ничего себе, ты прям растешь вверх, обалдеть. Слушай, а можно мне такую еду, чтобы вверх расти? Слушай, я, кстати, вот такое, да, хочу. На самом деле было бы прикольно, но дело в том, что я не то чтобы хочу похудеть или хочу поправиться. Я считаю, что нужно просто быть здоровым, есть то, что вкусно и полезно, и как бы и все, наверное. То есть, да. И все, действительно, что еще нужно? Нет, ну спортом нужно заниматься просто для поддержания себя в хорошей форме. Не то, что там нужно какие-то изнуряющие тренировки устраивать, но и лежать весь день на кровати тоже не стоит. Вот, так что можете крутиться, как ешь ты картошечку, ты закусываешь? Закусываю, конечно. Я вот еще хотел сказать, что, наверное, даже это миф, что люди, которые просто занимаются спортом, они прям с идеальным телом каким-то. Это, ребят, мне кажется, что с идеальным прям, ну, типа, идеальным вот в понимании спортивного тела. То есть я ни в коем случае не говорю там, что какое-то тело может быть не идеальным и прочее. Нет, я имею в виду, что прям супер-супер подтянутым вот именно спортивным телом, это, ну, может похвастаться человек, который занимается спортом, ну, я думаю, чуть ли не 24/7. То есть, если вот сейчас вот, ну, сейчас идет Олимпиада, если вы посмотрите на Олимпиаду, то вы можете спокойно как бы увидеть парней, девушек, которые просто убивают всю жизнь. Ну, ладно, убивают, я как-то говорю грубо, но все поняли, в общем, что я имею в виду. В общем, тратят очень-очень много времени на спорт, и вот у них, да, у них... в принципе, прям супер какое-то, супер спортивное, что ли, телосложение. Вот, ага. Но если человек просто занимается спортом и, ну, как, держит себя просто в порядке, он не обязательно будет такого же телосложения. Это все зависит от уймы разных факторов, вообще от огромной уймы, можно сказать. То есть это генетика, это... Короче, я просто веду к тому, что не обязательно прям супер изнурять себя тренировками и там как-то добивать себя психологически и говорить, что вот, я там какой-то не такой, я какая-то не такая. Нет, просто свое удовольствие питайтесь, свое удовольствие занимайтесь спортом, и тогда все будет круто. Ага. И спасибо, тренер Ёши. Но сейчас вы тренируете меня, как наедать вот эту подушечку. Вот это, кстати, похоже на самолетную подушку, то, что у меня на шее. Я не очень понимаю, как так получилось. Да. Я в ТикТоке видел, что ее правильно надевать наоборот. Типа, а, знаешь, именно вот так. Не так, вот, чтобы дырка была, в общем, там, где лицо, а типа наоборот. Ну, вот как здесь надето, да? Только это тут часть шеи, ну, это второй, такой расширитель, говоря, для подбородка. В общем, ну, короче. А еще я не понимаю, почему у нас... для подбородка. Ёж, я не понимаю, почему у нас пузо сквозь одежду выпячивается. Это нормально? Это, ну, нет, ладно, честно говоря, нет, что драться можно с тобой. Можно, а можно вот здесь подраться, смотри, надо отойти, смотри. Я видел вот здесь где-то ПВП-зону. Да, да, все, смотри. Да, получай! О, ты чё? Ого!
Ты чё, ты что, но делал? Ёша, извини, но ты зато тут худенький валялся. А где? А вот. А все, я уже снова толстенький, снова надо есть еще больше. А все из-за тебя, между прочим. Нет, я ни при чем. Я тут, кстати, это хочу кое-что сделать, наверное, ты знаешь. Коды, опять коды. Что? Ёши! А что случилось? Ёши, а ты где? В смысле, я вот стою просто. А посмотри на меня. Кудой. А зачем? А зачем? Я не знаю, как это произошло! Лана, ну я, честно говоря, хотел бы сказать, что ты выглядишь немножко необычно. Ага, а по-моему, отлично выгляжу. Вот, знаешь, это мне, в принципе, да, здесь хочу еще кое-что проверить. Ну, главное, чтобы тебе нравилось. Блин, чуть-чуть, больше не получается. Ёж, пошли драться. А можно нет, пожалуйста? Давай, отлично, давай, все, давай мне кажется, будем. Точно. Пойдем давай подеремся, пойдем подеремся. Да давай, да брось, ты да зачем? Да давай, ты чё, это? Боишься, да, что ли? Давай. Ну, боюсь, немножко. Ты чё, виноград достал? Я виноградин поухаваю. А это, кстати, круто, это очень здоровое питание и полезно. Ладно, я пойду уменьшаться. Не, а смотри, вот он. А, драться? Ну, давай. Давай, догони сначала, ты не сможешь меня догнать, это он немножко большеват. Я в пальму врезалась. Тише. Все, давай. На. Получай, ты умрешь или нет, Лана? Нет. Сколько ты у тебя хп-то? Ой-ой-ой, понимаю, блин, а, понимаю. Мне пальмы ходить мешают, Ёж, я настолько огромная, что мне уже в пальмах застреваю вот так вот. Какие-то проблемки наблюдаются, да, я вижу, конечно, это. Слушай, а где следующий остров? А ты готов уже к нему? Нет, мне просто интересно, сколько на него нужно наесть. Я хочу теперь кое-что купить. А, так, ДНК. О, так, секунду. А, это бесконечно. А сколько у тебя денег, подожди? 50 тысяч. Я выхожу из игры. Говори, Кадели, я выхожу из игры. Ну, сейчас я тебе скину все по-честному. Вот, все сейчас будет. Только ты там их из кавычек потом выведи, вот. Ладно. Блин, Ёж, я могу тут какую-то супер ДНК взять, но я пока возьму то, что за 12, а еду возьму. О, какие тут классные. Я столько еды пропущу сейчас. Я не возьму себе яблочный пирог, ни черничный пирог, ни вот эту штучку, ни виноградик, капкейки, панкейки, господи, мороженка. Вот, кстати, наверное... Ну, где-нибудь ты можешь остановиться в целом, если прям очень хочется. Вот на вот этом мороженке я остановлюсь. Вот. И я пошла лопать мороженка. Ёши, смотри, какое. Ну-ка, подожди, я тоже мороженку хочу взять. О, идеально. У тебя тоже такое? А, нет, у тебя... Ты чё? Ничего себе. Ого, смотри. Это с одного мороженка. А чё, будем на это, раз на раз, выходишь со мной? На мороженке драться? Ну давай. Давай. Мороженку убирай. А, ты чё? Да ты чё, А ты чё, больше что ли, чем? Не, так не пойдет. Я тебя победю, Блин, а. Да. Первое мое убийство просто огромной кошки. Огромной кошки, спасибо большое. Но знаешь, Ёша, мне кажется, мы все равно достаточно маленькие, потому что если мы придем сейчас на общий сервер, нас там, ну, раздавят, я боюсь. Я, знаешь, о чем еще подумал? Ой, да, можно купить яйцо. Да, я хотел об этом сказать тоже. Но я хотел сказать еще о том, что очень странно звучит вырванная из контекста фраза, которую я сказал до этого. Про кошку, про убийство кошки. Да. Самую малость. Ой, а чё я умер, когда продал все? Это нормально? Не знаю. А я тут получила две комонки и одну редкую. Где они, то как их надеть? А сколько можно надеть сразу? У меня ещё есть свинка. Троих. Вот я троих купила. Троих. Я, кстати, не знала. Я почему-то так подумала и так и вот так и сделала. Слушай, у меня комонка, анкомонка. И третьим будет комонка. Ладно. Ёши, а я только что 200 тысяч, что? 300 тысяч себе? Чё? Подожди-ка секундочку. Чего? Кого? 200 Зачем? Тысяч. Это вот теперь у меня вот такое вот мороженка, смотри. Ты чё? Смотри, Ёш, чё могу, ты смотри, чё могу. Сейчас всё продам. Ты у чё? Меня уже 500 Ай. Тысяч. Ты чё делаешь? А сейчас вот 900 тысяч. Подожди, что? Миллион. Я не ты понимаю, что случилось. Мне что нужно происходит? Вот теперь вот это мороженка куплю, вот это. Так, сейчас это вот два укуса, я заполнила рюкзак. Что? Так, Лана, я по-моему, не это понимаю, уже ненормально. Лана, все, ладно, знаете, я беру свои слова обратно. Лана, прекращай есть, Лана. Проблемы с вами. Ёша, ты сам сказал. В мое удовольствие надо кушать. Так, и вот.
А последнее здесь... А, ой, секундочку, денег немножко не хватает. Это я сейчас исправлю. Это вот теперь покупаем сэндвич. А, не, все в порядке. Там на следующей странице еще есть. Я думала, что я всю еду уже открыла. Но... О, какой сэндвич, я же посмотри. Сейчас, секундочку, я покупаю тут все. Так, ну-ка, показывай сэндвич. Ну, сейчас, о, боже вот. Мой, прикольный. А, ну подожди, что такое огромный? Ты бы на маленький сэндвич бы посмотрел. Ладно. А сейчас. Мне мороженка. А я увидел твой сэндвич, он чудесный. Я хочу радужную ДНК. Но я уже купил другую, слушай. Да, я тоже ее куплю, просто хотела радужную. А, ой, ну да. Она прикольная. Ого, сэндвич. Вот-вот. Космические размерчики на самом-то деле. Очень вкусно, всем советую. Сэндвичи такие вот прям моя порция. Кстати, я очень люблю завтракать бутербродиками. Там колбаска, помидорчик, вот это все на сэндвичный хлеб. И вообще, по-моему, отлично то, что... О, у тебя коровка. У меня, да, коровка. Это анкомонка как раз-таки. А у меня рарка. А так у меня котик и собачка. Здорово. Оу. Слушай, а мне интересно, насколько быстро ты в этом вообще прокатишь. Так, ранги. Ёши, а я еще и ранги могу. Блин, а если я сейчас ранг возьму, мне что, меня потом это все заберут? Или блин, нет? хороший вопрос. Страшно. Я не знаю, я очень страшно. Уже суши купила себе. Ладно, без разницы. Давай, на мне все проверим. Бам. Да, ладно, так все и есть. И чё? Ничего хорошего, так и тебе как скажу. И как это теперь? Все с самого начала. Блин, я так не хочу, а что делать? Ну, зато потом тебе это все поможет. Дело. Может, а питомцы остались? Не знаю, посмотри на мне, я не обратил внимания. Я просто пока покупаю все это дело. Я хочу в другую локацию посмотреть. Да, питомцы вроде у тебя. Я хочу в другую локацию посмотреть питомцев получше. Так, а как понять? Вот есть лава, вот есть еще что-то. Сколько стоит? Пустите. О, 150 тысяч картошки. Пойти в следующую локацию, наверное. Я хотя пошла. Подожди, если купить вот эту вот штучку, то кикнут со следующей локации или нет? Не знаю, я не понимаю. Я вроде прошла в локацию, а вроде не прошла. Блин, а чем она отличается? Ёши, я не понимаю, что тут происходит. Я в лавовой локации, у меня достаточно всего, а тут ничего не продают. Тут может хоть яйцо будет. О, я вижу лавовое яйцо, Ёши! О боже. Там, наверное, лавовые питомцы. Лавовые питомцы, лавовое яйцо. Это не яйцо, а это яйцо. 100 тысяч стоит, а, отличненько, покупаем. А-а-а. Видим мой подбородок. О, резкую, лава-блуб какой-то. Лава-блуб. Так, дальше еще одного. И редкую, драконовая гидра. Знаешь, питомцы, по-моему, прокачивают тебя сильнее всего. И вот, как бы. Сейчас, еще одного, все-таки у меня денег еще много. Поэтому, не, только Раркина получала, но я ухожу отсюда. А, как бы, вот, я продаю все. О боже, какие 31 миллион, ты чё? Да я не знаю вообще, при чем тут эти миллионы. Я пойду сейчас в другую локацию схожу. Сейчас я, блин, очень сложно. Вот убирать этих питомцев надо, а взять надо вот... Слушай, а они не намного... А, не, они сильнее, Ёж, они гораздо сильнее. А может, я схожу тебе, достану питомцев, и мы потрейдимся, я тебе дам посильнее, чтобы... А можно? А вроде, да, вот трейды есть. Вот, Ёж, давай трейд. О, отлично. А, слушай, а я не знаю, кто у меня эквип, кто не эквип, но на тебе повтор. О, гидра, ну-ка, спасибочки. А чё, мне надо что-то дать, на тебе кошку, забирай кошку. Ой, кошка, спасибо. О, приятно, слушай, подгон такой интересный. Интересный, да, ага, да, очень приятно, отлично. Спасибо большое. Так, сейчас, я еще схожу, посмотрю, что там где-то. А зона где следующая, пожалуйста, скажите мне. Я не понимаю. Ладно, пойду в пустыню. Я вот в Аква схожу, сколько тут надо? Ого, Ёши, нет, мне так не нравится. А как быстрее ходить? Тут нет такого, простите? Нет, видимо, нет, я тоже пытался зажать shift, но, к сожалению, нет. Так, ну, вот я что-то теперь не понимаю, может, в зимнюю зону. А пустыня сколько стоит, Ёша? Пустыня 4,4 стоит, но это еды, к сожалению. Еды? Агась. Так, а ну-ка на небеса попробую сходить. Блин, да что все такое дорогое-то, господи, а как, куда можно пройти? Ну вот туда могу пройти, вот туда еще не могу пройти. Вот сейчас что-то поела, уже могу пройти. Ой, господи, сложно-то как, ладно, давайте продадим. А зачем я продала, если мне надо было наоборот? Ладно, неважно. Это я в зиму могла сходить или нет? Я не знаю, а куда ты могла сходить? Что там, как у тебя дела вообще в целом, Лана? Я не просто понимаю. Тут сижу в этой зоне начальной, поэтому ничего тебе сказать не могу. Куда можно мне вообще с тобой пойти? Здравствуйте, уважаемая, куда мы идем? Я хочу вот сюда, дождливый лес. А я сюда могу пойти? О, привет. Привет, можешь, да, наверное? Ну, не знаю.
знаю. А что мы здесь вообще делать-то будем? Мы идем к яйцу вот этому маленькому зелененькому, очень медленно идем. А что стоит? А я не знаю, сейчас узнаю. 50, оно дешевле, Ёши, блин, а надо мне сходить в лаву и там все накупить. А ты где? Я думаю, что я сейчас поднакоплю, а пойду в другую зону. А где эта другая зона? Ой, Ёши, очень сложно, я не знаю, сейчас я возьму вот, наверное, да блин, сначала. Где ближайшая? Давай так. Я не понимаю, что делать, я могу только есть, это все, что я умею. Так, я куплю мороженка, буду кушать мороженка, мне кажется, оно больше и быстрее мне все выдаст. Погоди, но, так ты уже ходила в какую-то другую зону или еще нет? Нет, еще не совсем, но мне надо больше денег. И не понимаю, надо еды больше или больше денег? Кажется, больше еды. Мне срочно нужна огромная ДНК, максимальная, которую я могу себе позволить. Так. Смотри. Ёши, это что такое? Это... Ну, кто? Олень и лев. Ой, прикольно. Это ты в какой-то лес сходил? А я смотри, ага. Сейчас что буду делать. Я буду пить воду и качаться. Ого. Ага. Ну, это типа, знаешь, если очень тяжелая бутылка, в принципе, я думаю, это возможно. Ну, я вообще-то, типа, качаю свою подушку. А, ой. Я думал, типа, знаешь, ты такая просто берешь 30 литров воды, и вот так вот каждый глоточек, это один раз поднять эту бутылку. Ну. Да, как-то так. Так, Ёша, я хочу тут, короче, сейчас, что я хочу? Я хочу побольше денег, во-первых. Во-вторых, я хочу какой-нибудь, вот, например, брокколи. И я собираюсь отправиться и купить питомцев в какой-нибудь более крутой локации. Мне срочно нужно наесть побольше. А это вот я себе еды купила столько, что я теперь приду куда угодно. Ну, наверное, куда-нибудь точно приду. Ну, пойдем, я за тобой. Вот в зимнюю сейчас я 2,5 себе наем. Я очень надеюсь только, что мне хватит денег на то яйцо, которое там. Но я тебе... точно принесу оттуда питомцев. О, я надеюсь. Это так мило, спасибо. Так, если меня эти пальмы, блин, пропустят. Ёж, что тут такие дешевые яйца какие-то. Легендарная арктическая сова! Воу, подожди-ка. А сколько их сдает? Не знаю, сейчас посмотрю, сейчас еще кого-то выбью. Эпический морж! Да ладно. Да, и еще. Я же тебе тоже сейчас прикуплю питомчиков. Легендарный олень! Они что, тут все легендарные, что ли? Так, дальше, кто тут? Кто тут, пожалуйста? Легендарный морской котик. Ты серьезно? Ты что, серьезно? Да. Я сейчас тебе принесу, обалдеть. Не бойся. Так, и дальше кто? И еще. Эпический морж. Так, итого. Сколько у меня... Я еще, кстати, могу купить. А, я еще могу целую кучу купить, да? Эпическая звезда. Снежиночка, короче, так. Какие у меня есть питомцы? Ёж, но они дают вот эпические по 39... А легендарные по 42-48. Воу, это сильно. Слушай, ну у тебя это как раз да. Три легендарных вроде бы. Вот отдай мне кого-нибудь эпического тогда, если они тебе не нужны. Ёж, ну подожди, я пока здесь, я пооткрываю еще. А то что я тут стою? Вот еще одна лисичка легендарная, смотри, отлично. Ой, Ёж, я случайно все продала. Ёж, стой, Ёж, ты где? Ну, немножко повыше тебя. Ну, в общем, вот. О. Вот так уже получше. Вот тебе трейд. И давай, поехали. Вот это тебе, это тебе. Какие легендарки? Зачем легендарки? Это повторки? А у меня все, у меня тоже, да. Обалдеть. Ну, вообще, повторка технически вот это, поэтому вот, давай. Вот, давай, повторки, все повторки. Спасибо большое, обалдеть, вот это да. Все, я согласна, забирай. Спасибо. Я ем сосиску. Сосиску. Здесь должна быть шутка, но ее не будет. Не надо сосисок и шуток, пожалуйста. Так, мне нужно купить еще. Ой, Ёж, я не знаю, я сейчас, наверное, пройду уже. Я уже и ранг могу себе купить, уже какой-то там побольше наверняка. Вот и вот этот вот голубого нуба. Но я не хочу, Зачем мне это делать, если у меня и так все прекрасно, правильно? Ну, разумеется. И так, ребят, мы тут, короче, только что с Ёжей поняли, что если есть в другой локации, то быстрее наедаешь, собственно, свои вот эти веса. И, по-моему, питомцы от холода прижались ко мне поближе и такие, да, корми нас. А поскольку у тебя за один раз съедается там? 400 биллионов, 455. Чего? Вот это я хот-дог ем, очень вкусно, кстати. И смотри, себе. Я открыла новую локацию. Тут уже аквариум. И мы только что покупали вот этих питомцев, а сейчас будем покупать новых, потому что осталась, ребят, только одна неоткрытая локация. Мы, считайте, прошли симулятор, что ли? Обалдеть, так быстро? Ну да, тут можно, конечно, покупать новые ранги, но какой смысл, если я сейчас возьму себе уже одних из самых крутых питомцев, и только надо до них еще дойти. Итак, вот оно, водяное... Эй,
Водяное яйцо, а работать ты будешь... А, извините, простите, а как? Я что, слишком... О, вот, я пришла к нему. А, итак, Йоши, нам выпадает легендарный подводный зайчик. Да, но мне кажется, что тут есть кто-то круче, чем легендарки. А, потому а что подводный это зайчик, подводная бывает? Собачка. Ну вот тут кто-то подписан каким-то другим, я не вижу, но скорее всего это так. Мифический, Йоши, мифический. А, но это средний, а есть кто-то еще круче. Мифический хуже легендарного вроде бы, нет? Нет, мне кажется, что здесь ну, нет. Ну, вообще обычно хуже. Тогда почему не выпадают сплошные легендарки? На этот вопрос я ответить вам не могу. Инсейн! Йоши, инсейн явно круче всего. Он аж красным подписан. Мне ну, инсейн, да, выпала. Я думаю, инсейн уже круче. Йоши, я хочу еще инсейн. Нет, блин, а почему? Почему опять какие-то не те питомцы? Слушай, и деньги сейчас закончатся, у меня кажется, все. Обалдеть. Последний питомец. И легендарка. Ну, в принципе, я считаю, что они должны быть покруче, поэтому мы идем, продаем все, что у нас есть, получаем какое-то огромное количество денег, смотрим на наших питомчиков, вот эти нам уже не нужны, хоть они и очень классные, но давайте посмотрим. Акула дает, Йоши, 70. У меня 3 панды подряд. А зачем тебе панды, если приходи сюда и давай, вот я тебе выдам классных питомцев, кто тут у нас? Мифических всяких, они по 70, вот у меня 3 штучки как раз. Подожди, я сейчас скажу тебе, сколько мои дают. А, ну 67. О, Йоши, подожди, стой. Ты сам пошел и, да, и открыл эти? Да, я рядом с тобой стоял вообще-то. Ты добрался уже до той локации, а я не видел, он слишком огромный. Но, слушай, так... Значит, ты и сам отлично справляешься? Ну, вообще, неплохо в целом, да. А, в общем, ребята, из этого видео мы поняли, что я не стараюсь сбросить вес. Ням, вот. Йоши старается сбросить, по-моему, свою маску, потому что только что он был без нее. Вот, питомцы стараются попитаться, что ли, нами, посмотрите, они становятся больше и как будто присасываются к нашим бокам. Ну, а на этом, наверное, все. И да, ребят, не верьте всяким фейковым страницам, потому что, как видите, они вносят очень много всяких недомолвок, я даже не знаю. Ну, короче, никто А еще стоит в миллионный раз сказать, что никакого ТикТока, никакого Инстаграма, сколько бы там раз не было написано «Официальный Инстаграм кошки Ланы». В общем, вот у тебя нет. Вот да. ТикТок нет, Инстаграм нет, лайк нет. Угу. Вот слушайте то, что Йоша говорит. Нет, агась, меня в ТикТоке, Инстаграме лайки. Если заведу, у меня на канале, на официальном канале сбоку будет ссылочка и будет написано. А еще Йоша в ТикТоке на меня точно подпишется. Да, обязательно. И вот, видосик вот какой-нибудь сниму, чтобы прорекламировать тебя. Спасибо большое. В общем, ребят, я надеюсь, что все понятно. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!